Казанском федеральном университете открылась выставка, посвященная Николаю Катанову, заведующему Музея отечествоведения. Сюда еще в XIX веке он привозил экспедиционные материалы. Катанов всю жизнь посвятил полевой этнографической работе. Основой его трудов – личные наблюдения, опрос местного населения и описание фольклорных трудов. Проводя свои этнографические экспедиции, Катанов привозил, конечно, большое количество этнографических предметов для того, чтобы студенты университета могли изучать различные народы. Эти предметы он передавал, дарил в музее. Сейчас коллекция, собранная Катановым, находится в фондах этнографического музея и Национального музея Республики Татарстан. В выставочном зале музея были представлены хакасские предметы, приобретенные Катановым в селах Енисейской губернии. В число экспонатов вошли коллекции кисетов, курительных трубок и рукавиц. В качестве гостей на мероприятие были приглашены ученики лицея имени Лобачевского. Перед открытием исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский возложил цветы к могиле этнографа. Еще при жизни Николай Катанов подарил музею фотографии жителей Минусинского уезда. К экспонатам ученый приложил подробные описания. На сегодняшний день большее количество рукописей из коллекции этнографа принадлежит научной библиотеке имени Николая Лобачевского. Глеб Нигматий, Фарид Захитоглы, Универньюз.